Внимание, необычный номер, который называется «Обычный разговор в Киевском горсовете». Ваши аплодисменты! Это вам был нужен гектар? Да. В центре Киева? Да, 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 мне. Я нашел вам землю. В центре Киева? Да. Отлично. Гектар? Да, ну, чуть меньше. Сколько? Сотка. Ну, но очень хорошая сотка, очень хорошая. В центре Киева. В центре Киева. Знаете где? Где? В районе Республиканского стадиона. Что-то расставили? Рядышком, рядышком. Красноармейская? Ближе, чуть ближе. Ну где, где? Не томите. Республиканский стадион. Ну где? На стадионе. В смысле, как на стадионе, не понял, где, где? На поле. Прямо на поле. Ну и что? Хорошее что, место. Что? Что я? Травка, все нормально. Рядышком нет высоких зданий. И что я буду делать с этим всем? Что там? Дом построить. Домик под сельхознужды можно. Там удобрено давно. А именно на поле где, где? Ну вот знаете, где ворота, знаете, где ворота, да? Вот как бы прямо в воротах. Очень удобно. Ночью сторож охраняет, днем Шавковский, это вообще. Берите, я. Не, это кидало, я пойду. Ну ладно, стойте, тихо. Есть еще один вариант. Какой? Сотка земли. Где? В центре. Где? Просто в центре. Где в центре? В центре квартиры Черновецкого. Просто в центре. Свободно оказалось. Очень хорошо. Тихий, спокойный райончик. Рядышком ничего нет. Лес, водоем. Берите. Не-не, там контакты с неземными цивилизациями, я пойду. Да, ну слушайте, куда вы пошли? Там снимали последнюю серию X-Files. Островки. Островки на Днепре, да? Нет, островки безопасности. Земля простаивает. Ну что, прямо на проспекте Победы такой маленький островок хороший, можно дом построить. Ну как его там строить? Как? Ну, вверх, как японцы, ввысь. Такой узкий, но очень высокий. На первом этаже ванная, на втором швабру поставить, на третьем, ну там, не знаю, шапку, на четвертом можно стоять. Смотри, хороший вид, все дела. Вы кидаете меня. Ладно, ладно. Последний вариант для себя оставлял. Есть квартира в доме. Так. Окна которого так выходят куда? На зал заседаний кабинета министров. Понимаете? Вы стоите на балконе в трусах и напрямую так влияете на политическую ситуацию в стране. Была, не была, беру. Ну, беру. Можете им подсказывать туда. Они будут меня слушать? Это такие люди, они знают. Если человек купил квартиру в этом доме, его нужно слушать. Все. Берете? Беру, беру. Ну, хорошо, все, да, договорились. Только и вы там смотрите мою девочку. Возьмите в эту группу, ну это, как это называется? Как это? Поющие трусы. Поющие трусы, возьмите. Серия миниатюр «Как ругаются разные люди». Начнем с простого. Как ругаются москвичи? Антон! Андрюша, не рассказывай Антон! Мне. Я не хочу этого слышать. Антон, мне надоело Андрюша, это. Андрюша, ты не слышишь, что Антон! Ты говоришь. Ты понимаешь? Антон, ты не это понимаешь. Ты слышишь на каком себя языке с тобой я говорю? Вообще. Ты неадекватный. Я не хочу этого. Нет, ты, у тебя нет восприятия. Все, все, да, все, блин, все, 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 все. Да, ну, давай. Ну, давай. Продолжаем. Как ругаются американцы? Fuck! 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 Fu
Как ругаются эстонцы? Сам такой. Иди, иди, истеричка. Псих. Как ругаются на Троещине? Что такое? 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 Проблемы. Что такое? Проблемы. Что такое? Проблемы! Что такое? Алло, пассажир! Проблемы! 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 А? Что такое? Да ну, блин! Что такое? Как ругаются в Верховной Раде? НАТО нет. Спокойнее, НАТО нет, там я скажу. Все такое, все Том, НАТО нет. Да, нормально, успокойтесь. Нет, НАТО. Да успокойтесь. НАТО нет. Я понял. Я сказал нет, что НАТО. Что вы меня хотите? НАТО нет. Что вы меня хотите? Нет, НАТО. Я понял, что такое, в чем дело? НАТО нет. Что ты меня хочешь, ты? Что такое? Да, ну тебя убор. Что такое? Напоследок, как ругаются таксисты? Ваши аплодисменты. Базочка, я под подъездом уже 5 минуточек стою. Пассажирчики не выходят, там проверьте, хорошо? 16-я связалась с пассажирами. Они говорят, что вышли и стоят под подъездом. Вы далеко? Я под подъездом, никого нет, базочка. 16-й, проверьте адрес, пожалуйста. Краснозвездный проспект 5. Краснозвездный проспект 5А. 5А, не, 5А. Бадочка, я смотрел по карте. Тут нет дома 5А, есть 5. Я стою возле 5 дома. Пусть выходит, я жду уже, жду. 16-й, они говорят, дом 5А. 5А, Аня, проедьте дальше. Там за мусорным баком поверните направо, там арочка. Какая нафиг арочка? Тут нет никакой ни арочки, ни мусорных баков, понятно? Я возле 5 дома стою, пусть выходят. Разуй глаза, ты недоразвитый. Мусорные баки сразу за 5 домом, внутри 5А. Кобыла ты, сидишь там жопой своей, нифига не делаешь, понятно? Тут нет никакого 5А, я кисну, как 5 пальцев ты, как 5 пальцев ты, 5, понятно? Правильно, 5, а за ними 5А, и парочку. Сигарочку, понятно тебе? Скажи, пусть выходит к дороге. Я стою здесь, синий ланос, помятый капот, разбитое стекло левое, понятно? 16-й, они вас не видят. Аварийкой помигайте. Она не работает, аварийка. Сели в жопы, помигаем, ты. 16-й, это 27-й. Коля, не выебывайся, проедь 5 метров. Вперед и налево! Сидишь, экономишь бензин! Что ты яйца воротишь всем? Ты козел, знаешь ты? Чему ты? Ты тут нет дома 5А! Приедь, сам сделай свою работу! Ты понял меня, ты? 16-й на 7-м этаже, они говорят, висит синее покрывало, едьте туда! Это 5-этажка, кобыла ты драная! Пусть они выйдут, эти уроды! Я им башки подвинчиваю и покрывало заверну! Понятно?
мой! Слушай, мне тут 30-й подсказывает, что въезд во двор с другой стороны, там магазин Чебурашка и въезд! Где ты нахуй возьмёшь, не понял? Да свои Чебурашка и ты, твой 30-й, понял меня? Слушай, ты кого послал вообще, ты, слушай? Ты меня послал? Я сейчас к тебе приеду и глаз на жопу натяну, чтобы ты слезил! Ты урод, найди сначала этот дом, Петя! А потом натягивай! Шестнадцатый, пассажиры говорят, что видят вас! Они вас видят! Проедьте 5 метров вперед, они вам машут! Пиздюном пусть помашут! Я уезжаю, снимайте заказ! Коля, ну ты все равно там не выйдешь, там назад не сдашь! Только через эту арочку надо, Коля! Коля! Батюшка, пассажиры у меня. Посчитайте, пожалуйста, тариф и не забудьте простой, 7 минут. 16-й тариф 7 гривен, плюс простой 2 гривны, итого 9 гривен. Счастливого пути вам и вашим пассажирам. Спасибо.